Я осьминог, тарара, тарара. У меня 8 ног, тарара, тарара. А ну-ка, друзья, тарара, тарара. Сколько ножек у меня, па-па-пам, па-па-пам. Одна красивая нога, и вот вторая, посмотри. Вот третья прибежала к нам, четвертая помашет вам. Я осьминог, тарара, тарара. У меня 8 ног, тарара, тарара. А ну-ка рискни, тарара, тарара. Еще 4 назови, па-па-па-па-па-па-пам. Вот пятая нога бежит, шестая всех вас рассмешит. Седьмая пляшет, ча-ча-ча. А вот восьмая у меня. Я осьминог, тарара, тарара. У меня 8 ног, тарара, тарара. А ну-ка взгляни, тарара, тарара. Сколько глазок назови, па-па-па-па-па-пам. Вот глазик левый у меня, вот глазик правый у меня. Всего их вместе будет 2. А сколько глазок у тебя? Я осьминог, тарара, тарара. У меня 8 ног, тарара, тарара. А еще есть рот, тарара, тарара. Который хочет бутерброд, па-па-па-па-па-пам. Один лишь рот есть у меня, и носик, кстати, тоже есть. Один красивый, классный нос, но вовсе я не альбатрос. А кто же, друзья, все вместе? Я осьминог, тарара, тарара. У меня 8 ног, тарара, тарара. Спасибо, друзья, тарара, тарара. Всех люблю очень я, па-па-па-па-па-па-пам. Ой, я не могу дотянуться. Давай, давай, давай. Давай я попробую. Давай еще, еще. Куда, куда, куда? Нам нужен третий. Ой. О, вот и третий. Привет, микроб. Давай играть. Ачи. А со мной нельзя сейчас играть? Нам все можно, мы же крутые. Я заболел и иду лечиться. Ачи. Да потом вылечишься. Ты сначала лампочку помоги нам выкрутить. Ну? А зачем? Вечером тут будет темно. Мы спрячемся и напугаем кого-нибудь. А если это кто-нибудь испугается? Ха, да нет, это же шутка. Да шутка, 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 конечно, да. Да, шутка. Микроб, только у тебя маска неправильная. Дай сюда. Как это? О, так гораздо интереснее. Вот так. Необычно. Микроб, смотри, я стою здесь, на земле, а пупырчатый залезает ко мне на плечи, ага. А ты сверху. Ага. Так, я залез. Микроб, запрыгивай. Ага. Давай. Очи. Так, здорово. Ой. Давай, давай, выкручивай. Красный, стой ровно. Красный, ты чего? Нет. Я заболел. Ты что, мы же крутые, а крутые не болеют. Ой, вообще. Ой-ой-ой, ой, вы тоже заболели. Надо срочно звонить космическому доктору. Коту. Мурмяу. Вообще. Доктор Кот слушает. Вы что, заболели? Вообще, доктор, вообще. Мы заболели! Я понял, вы апчхи! Вылетаю немедленно! Зео, у меня срочный вызов! Если кто-то заболел... Апчхи! Апчхи! Апчхи!
я всегда спешу к нему. И неважно, кто болеет, доктор кот поможет всем. Мурмяу! А мы точно заболели? Может, мы съели что-то не то? А? Ага. Мурлыши, если друг твой заболел, если дома не сидел, в этом случае, друзья, с ним общаться вам нельзя. Чтобы не быть вам потерпевшим, не общайтесь с заболевшим. Потерпите пару дней, он поправится скорее, и будете потом опять вместе весело играть. Да, кажется, от больного можно заразиться. Ох, болеть это так скучно. А давайте шалости шалить. Давай, точно. Ой, ой. Не беспокойтесь, через пару дней вы поправитесь, мурлыши. Пару дней без шалости? Космический доктор Кот, я этого не вытерплю. Потерпи, Красный, вот выздоровеем и пошалим сразу два раза. А может быть и три. Попали в космос, нужно сильно загудеть. Ты мой друг, сейчас ракета, так давай же громко петь. Полетели на Луну, видим желтую Луну. Что же за планета-то? Котом скорей встречаться, нужно на планету сесть. А для этого, дружочек, нужно громко вместе спеть. Дык-дык-дык-дык-дык-дык, это наш ракетный рык. Дык-дык-дык-дык-дык-дык, мы садимся в тот же миг. На-на-на-на-на-на, все сюда скорей, друзья. На-на-на-на-на-на, прилунились мы, ура! Подмигает добрый кот, в гости нас скорей зовет, лапку нам свою дает. А как мурлычет доктор кот? Мур-мур-мур-мур-мур-мур, всем привет и всем бонжур. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу, в гости всех давно вас ждал. Прилетели вы, друзья, и этому я очень рад. Будем мы сейчас гулять, день здоровья отмечать. Прилетели на Луну. Видим желтую Луну. Что же за планета-то? Домик доктора кота, тра-та-та-та-та-та, домик доктора кота, тра-та-та-та-та-та, домик доктора кота, тра-та-та-та-та-та, домик доктора кота. Это домик доктора кота. Распорядок, беспорядок. Ну что, спокойной ночи, мои дорогие. Щекотно, мамочка. А, и мне щекотно. Так, детки, закрываем глазки. Вам нужно выспаться и набраться сил перед лунопарком. Мы уже спим. Так, не баловаться, спать. Ты спишь? Нет, а ты? И я не сплю. Что-то жарко. Ага. Наверное, круто в лунопарке. Да, хочу на карусель. А я буду кататься на горке много раз. Нет, я больше буду. Нет, я больше. Ну хорошо, оба будем. А я буду прыгать на батуте до самого неба. Знаешь, как высоко. Нет, я буду выше тебя. А я зато буду много раз прыгать. Зато я выше. Вот так. Нет, я. Ко,
А давай вместе будем прыгать. А я залезу на самую высокую горку. Эй! Я царь горы. А я царь под горой. Скорее б завтра наступило, чтобы солнышко светило. Мы возьмем с собой рюкзак и помчимся в лунопарк. Вверх ракетой как взлечу. Ну а я как подскочу. Прыгну тут же на батут. Изменю я свой маршрут. Сяду тут же в карусель. Как же счастлив теперь! Скорее завтра наступило, чтобы солнышко светило. Я съем в лунопарке все хот-доги. А я всю сахарную вату. А она хоть с колбасой? Дети, доброе утро! Умываемся, завтракаем и... Ой, какой беспорядок! А почему вы не на кроватях? Почему вы на полу? Вы что, спите? Так, нужно посоветоваться с доктором котом. Мур-мяу. Доктор кот слушает. Доктор кот, здравствуйте, мои дети до сих пор спят. Как, до сих пор спят? Да, и даже не хотят в лунопарк. Мур-мяу, мур-мяу, мур-мяу. Возможно, это сонная болезнь. Срочно вылетаем. Мы летаем от планеты к планете. На космической лечебной ракете. От планеты к планете летаем. И инопланетным больным помогаем. Мур-мяу. А я так хотел покататься на карусели. И я. Получается, мы заболели? Нет, вы здоровы. Температура 36,6. Ой. Дети, а что вы делали ночью? Ждали завтра. Играли, рисовали. Вот вам и ответ. Они просто не выспались. Ребята, запомните, что ночь для сна, а день для веселья и игр. Да, да, мы усвоили урок. Теперь ночью будем спать, а днем играть и рисовать. Мур-мяу. Благодарны мы коту за заботу, доброту. Ах, мурлыши, будьте здоровы. Мур-мяу. Хотим отпор комете. Красный и пупырчатый, пупырчатый и красный. Стихи читаем в космосе. Сладости и ощущение радости. Летаем мы в ракете, дадим отпор комете. Красный и пупырчатый, пупырчатый и красный. Космический дуэтище во всей вселенной классный. Несем мы радость.
лезть в массы. Не играй на дороге. Прыжок, прыжок, веселей дружок. Ого. Это. Снижаемся. Так. Снижаемся. А ну в сторону, малышня. Ой-ой-ой-ой. Дуйте домой, теперь здесь будем играть мы. Вон какой мяч мы стащили. Эй-эй, осторожнее с космоциклом. Пупырчатый, а где нам тогда играть? А мы вон там поиграем. Стойте, на дороге играть нельзя. Совсем при совсем. А нам все можно, потому что мы крутые. Пошли, да. Пошли, крутые-прикрутые. А мы что делать будем? В догонялки играть, ты водишь. Сейчас тебя догоню. На, давай, и бам. Хулиганам быть удобно, можно делать что угодно. Ага, упырчатый, там кто-то есть. Опа, не трамвай, объедет. Точно, а вдруг не объедет, а? Ой, ой, кто-то на дороге. Ты куда? Эй, с дороги сворачиваю. Ой. Ничего себе. Ему плохо. Да нет, со мной все в порядке. Я успел спрыгнуть с самоката. Да я не про вас. Моему любимому космоциклу плохо. Красный, звони доктору Коту. Красный. Зачем? Наш космоцикл заболел. Пусть он его вылечит. А, точно. Алло. Мурмяу. Доктор Кот слушает. Приезжайте скорее. У нас космоцикл заболел. А разве космоцикл может заболеть? Мы играли на дороге, нас стали объезжать. И врезались прямо в него. А еще кто-нибудь пострадал? Да только космоцикл. У него люлька отвалилась. Вези пластырь. Да. Приклеивать будем. Давайте, мы вас очень ждем. Ага. Хорошо, я все понял. Ждите. Гав, что случилось, доктор Кот? Мурмяу, авария. К счастью, никто не пострадал. О, вызов принят. Кия, я уже тут. А где доктор Кот? Вас не нужно лечить, вас нужно воспитывать. Поэтому тут и я. Кия. Ого. Каждый с детства должен знать, что на дороге опасно играть. Это правило надо всем соблюдать, иначе можно пострадать. Хорошо, что столкновение удалось вам избежать, а не то бы вам в больнице пришлось бы долго-долго полежать. Вов. Не хочу в больницу, там скучно, там шалить не разрешают. Мы больше не будем играть на дороге. Честно-причестно. Ага. Молодцы. Гав, а чей мячик? Красный. Бежим. Побежали. А ну-ка, стойте, хулиганы. Кия. Вот это приключение. А я пойду домой и расскажу еще раз детям, что играть на дороге опасно. Дадим отпор комете. Да-да-да-да-да-да.
сам устроить вечер классный. Мы обожаем сладости и ощущение радости. Летаем мы в ракете, ходим от пор комете. Пупырчатый и красный, стихи читаем в космосе, и это не опасно. Мы обожаем сладости и ощущение радости. Летаем мы в ракете, дадим отпор комете. Красный и пупырчатый, пупырчатый и красный, космический дуэтище во всей вселенной классный. Несем мы радость в массы. Такое разное настроение. Может, сыграем в машинки? Надоело. Ну, может быть, тогда в солдатиков? Не, надоело. Ну, может быть, порисуем? Неохота. Ну да, и я не хочу. Пом-пом-пом. Привет, Ко, привет, Пин-Пин. Чем занимаетесь? Пап, а как называется, когда ничего не хочется? А, это называется скучно. Да, пап, скукотища. Ясно. Смотрите, что у меня есть. Ух ты! Какой красивый! Ух ты! И квадратный! Воздушный змей! Сюрприз для взрослых и детей! Обожаю воздушных змеев! Как весело! Как весело! Ну что, на улицу? Ага, как здорово! Пап, а как называется, когда здорово и весело? Здорово! Это радость, Пин-Пин! Не люблю, когда скучно. Люблю, когда радость. Обожаю радость. Побежали. Побежали радоваться на улицу. Побежали на улицу. Побежали, побежали. Бежим. Смотри, как высоко. Как здорово. Здорово, Ко. Я всю жизнь буду радостным. Я. Да, я тоже буду. Ух ты, бежим. Эй-эй-эй. Как высоко. О, чтоб я устал радоваться. Нужно отдохнуть. Ой. Ой, Ко, а где наш змей? О, вон он. Улетает. Стой. Вот сейчас стало совсем не радостно. Ну как настроение, как змей? Папа, он улетел. В космос, наверное. И от этого нам очень не радостно. Понятно, значит, вы грустите. Да, нам грустно, пап. Не переживай, грустить нормально, но только иногда и недолго. А знаете, что у меня есть? К счастью, ваш змей не успел улететь далеко. Ух ты! Ура, змей! Наш змей! О, я так рад! Держите. Как я рада! Спасибо, папочка! Ты самый лучший на свете! Ты даришь нам радость! А вы и есть моя радость! Давайте запускать! Догоняйте! О-о-о-о! Летит! Догоняй!
Домой! Желтый змей! Папочка, ты самый лучший. Папочка, ты нам всегда даришь столько радости. Ох, ребятишки. Всех избавит от забот, от болезней и недугов добрый доктор Суперкот. Пролетев миллион галактик, сядет в белый космолет, прихватив свой чемоданчик добрый доктор Суперкот. Наш любимый доктор Кот. Мяу-мур-мур-мур-мур-мур-мур. Мяу-мур-мур-мур-мур-мур. Наш любимый доктор Кот. Мяу-мур-мур. Нужна вам помощь, если вдруг у вас беда, набирай по телефону номер доктора Кота. А какой у него номер, спросите меня, друзья? Номер это очень легкий, жми 1, 1 и 2. Вмиг порядок наведет, он всегда добра на страже, прилетит и всех спасет. Наш любимый доктор Кот. Мяу-мур-мур-мур-мур-мур-мур. Мяу-мур-мур-мур-мур-мур. Наш любимый доктор Кот. Мяу-мур-мур-мур-мур-мур-мур. Мяу-мур-мур-мур-мур-мур. Наш любимый доктор Кот. Говорительная идея. Машина едет, би-би-би, все с дороги уходи. Эй, привет, Пин-Пин. О, привет, Ко. Пин-Пин, у меня веселая пинательная идея. Пинательная идея? Это как? Смотри. И... оп. Ха. А? И... О, здорово! Смотри! И... Ой! Ой, что случилось, Ко? Ножку ушибла. Надо маме сказать. Да ладно! У меня же есть вторая ножка, а эта сама пройдет. А как же ты будешь играть в мяч? Смотри! И... оп! Ой! Дети, с мячом идите играть на улицу. Мама, Ко пинала мяч и... Пин-пин! Ты водишь. О, ща догоню. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ого! Вот это да. Вот здорово. Лови, Ко. Оп, оп. И аут. Ну давай. Да! Ого! Во! Вот это да! Как здорово! Ко, а почему мячик так летает? Это же космический мяч! Смотри, как я могу! И-я! Ух ты! Сейчас мячик в космос улетит! О, вау! Ого! Разбегайся! Сейчас еще сильнее будет! Смотри! Ой-ой-ой! Пин-пин, я не могу встать! Мама! Мама! Что случилось? Дети? Ко, почему ты лежишь? У Ко ножка болит! Мам, она и раньше болела, но я забыла сказать тебе. Ой-ой-ой, надо срочно звонить космическому доктору Коту. Ага.
Мурмяу? Алло, это космический доктор Кот. Алло, доктор Кот. Да, это я. Что у вас случилось? Срочно прилетайте. У Ко ножка. Понятно. Мурмяу, вылетаю. Мы летаем от планеты к планете. На космической лечебной ракете. От планеты к планете летаем. И инопланетным больным помогаем. Мурмяу. Мурмяу, я наклеил тебе лечебный космопластырь, и скоро тебе станет лучше. Все, можно играть в мяч? Пока нет. Если бы ты сразу сказала маме про ножку, тогда бы мы быстрее ее вылечили. Ну да. А теперь тебе нужно полежать в кровати пару дней, чтобы выздороветь. Ох. Ой, а у меня новая говорительная идея. Говорительная идея? Это как? Если что-нибудь заболит, я сразу скажу об этом маме. Мяу. Здорово! Я тоже буду говорить маме. Мяу. Молодцы, мурлыши. До свидания. И будьте здоровы. Мур-мяу. Спасибо, космический доктор Кот. Спасибо, космический доктор Кот. Кот. Живу на зеленой планете, и самый вкусный милкшейк у меня. А я самый добрый микроб на свете, но, к сожалению, нет друзей у меня. Привет, я хотел с тобой подружиться, в веселой компании друзей скорее очутиться. Путешествие вместе пуститься. В общем, хотелось скорей с тобой подружиться. Вау-в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 ау. А я мечтаю друзей отыскать, веселые игры с ними играть. По Млечному пути проскакать. Привет, я хотел с тобой подружиться, и в веселой компании друзей скорее очутиться. В космическое путешествие вместе пуститься. В общем, хотел бы скорей с тобой подружиться. Со мной не дружат хорошие дети. Я верю, что скоро друзей я найду. Пойду попрошу об этом я ту звезду. Привет, я хочу с тобой подружиться, и в веселой компании друзей скорее очутиться. В космическое путешествие вместе пуститься. Хотелось скорей с тобой подружиться. Вау, 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 вау. Хотелось бы скорее с тобой подружиться. Ой. Чей футбол? Давай. Давай, догоняй. Да, давай. Вперед, давай, влево. Давай, влево. Давай, догоняем. Вот. Догоняем. Ага. О, поймал. А, полетели играть. Ага, отлично.
Давай. Давай, бросай, я готов. Да, давай. Готов? Так, эть. Опа! Ага. Дыщ. И опа. Опа. Давай, пупырчатый, еще раз. Сейчас точно забью красный. Давай, давай. Ого! Улетел! Улетел! Давай, беги за мячом! А почему я? Так ты же не поймал! Так ты сам мимо ударил! Ну! Ну ладно, пошли вместе! Так, эй, зеленый, ты кто? Как зовут тебя, Эй, зеленый, мяч верни! Ну хорошо, я сам возьму. Ай-яй-яй! Ой. Ты чё кусаешься? Так, ты чего это раскусался тут? Кусаться это не круто! Ай-яй, это совсем нечестно. Отдай мяч, сказали. Ну чего молчишь? Чё молчишь? Ах так, всё молчишь. Ну, вообще. Красный, за мной, пошли, у меня есть идея. И памс! Привет, Пинкин, одолжи клюшку. А зачем? Есть идея. Какая? Мячика доставательная, ага. И клюшкой отнимательная. О, как интересно. Пошли. Пошли. Так, ага. Давай. Ой. Ого. А что вот с ним? Так. Он плохо выглядит. Он что, заболел? Папа! Папа! Добрый день. Что случилось? Это зеленый! Он забрал наши вещи! Ага, и покусал нас! Ну и мячик! Да! И мячик заболел. Он не заболел. Это же кактус. У него колючки. Вот мячик и сдулся. Сейчас... Ого! Ого! Круто! Вот это да! Надо просто аккуратно. Оп! Просто надо играть аккуратно. Держи. Играть! Ого! Гол! Есть растения колючки, только тронешь сразу ай. Хоть они немного злючки, их за это не ругай. В колючку не суйте ручку, в колючку не суйте ручку, в колючку не суйте ручку. Я мистер полицейский, я изучал кунг-фу, медали за отвагу храню в своем шкафу. Имею в арсенале я острый нюх и слух, поймаю хулигана, а лучше сразу двух. Нет! Двух! Yeah! Учу я преступление, на помощь я лечу, любого негодяя моментом проучу. И если в космосе беда, то полицейский тут как тут. При входе я кричу «Киа!», злодеи сразу убегут, убегут. Уэп! Киа! Собака полицейский, космический патруль, звоните в 112, я всех спасу от пуль. Бесстрашие и смелость со мною постоянно. Смотрел я в детстве фильмы с участием Джеки Чана.
звезды нам больше не страшны, и жители галактик со мной защищены. И если в космосе беда, то полицейский тут как тут. При входе я кричу: «Кия!» Злодеи сразу убегут. Пузырчатая ситуация. Давай, 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 давай. Садись. О, ага. О, красный, смотри, бассейн. Чур, я первый купаюсь. Кто нашел, тот и первый. Ой, какие вы грязные. Потому что вы занимались грязными делишками. Да, мы были на планете грязи. А сейчас будем в бассейне. Вы же его испачкаете. Не волнуйся, красный стащил шампунь на планете шампуней. Та-дам! Та-дам! Это взрослый шампунь, а вам нужен детский. Да мы крутые, будем взрослым мыться. Ага. О. Смотри! Смотри, как крутые купаются. Класс. Смотри, сколько пены. Ага, сейчас поднялся. Ой, мои глаза. Ай, вылезай, красный. Вылезай, пупырчатый. Ай, ой, глаза щиплет. Я ничего не вижу. Ой, у меня пена в глазах. Я ничего не вижу. Ой. Скорее звоните космическому доктору Коту. Ага, красный, звони. Звоню, звоню. Алло. Доктор Кот, скорее приезжайте. Доктор Кот? Я не доктор Кот. А кто ты? Я микроб. Микроб, а ты что там делаешь? Алло, я тут живу. Ты живешь у космического доктора Кота? Алло, нет, вы домой мне позвонили просто. Да мы просто не видим ничего, шампунь в глаза попал. Красный, давай я помогу. Ага. Мурмяу. Ну что там, ну как? Мурмяу, доктор Кот слушает. Что случилось? У нас глаза щиплет. Может, в них попала грязь? Да нет, там грязи. Мы их с шампунем помыли. С шампунем глаза? Ой-ой. Да, и теперь почему-то щиплет. Вылетаю к вам немедленно. Мы летаем от планеты к планете. На космической лечебной ракете. От планеты к планете летаем. И инопланетным больным помогаем. Мурмяу. Фу. Я промыл вам глаза чистой водичкой. Спасибо. Сейчас полегчает. Спасибо, больше не щиплет. Мыться любят взрослые и дети. Мыться любят все на свете. Чтобы чистенькими быть, нужно грязь себя всю смыть. Мыться должен каждый. Каждый. Это очень важно. 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 Чтобы не быть грязнулей, есть мыло и шампуни. Есть шампуни для детей, дети любят их сильней. И для взрослых существуют, с ними дети не балуют. Детские не щиплют глазки, ими мойся без опаски. Взял шампунь другой, лучше глазки ты закрой. Закрой! Спасибо, космический доктор Кот. Да, ага. Спасибо, космический доктор Кот. Ага. Мурлыши, до свидания. Ух ты, смотри, какие вы чистые. И глазки не щипят. Теперь мы можем снова полететь на планету грязи. А зачем? Пин-пин, ну чтобы снова испачкаться. Раньше мы были грязными, и второй раз испачкаться не могли. Ага. Дождь идет повсюду, капли дома, мы сидим весь день. Что бы мы там не озябли, но играть нам дома лень. Дождь пройдет и выйдет солнце, снова можно нам гулять. Будем петь и веселиться, будем вместе мы играть. Дождик, дождик, уходи, ждет нас солнце впереди.
найдем. Например, поможем маме и печенье испечем. Мы печенье очень любим, с чаем мы